Что ж, мы продолжаем бомбить, потому что это невыносимо. Я так особо и не понял, как пройти этот момент, вот. Но суть оказалась действительно в том, что вот мы наводим курсором на какую-то строчку, и здесь загорается желтым. Да. Нет, опять, видите? Руководство по прохождению игры Сома. То, что мы заслужили смотреть на прохождении. Мы же проходим ее, правильно? Вот. И чё? Короче, я хер знает, ребят. Вот так вот, в общем, надо. Так почему, я не понял. Давайте еще раз попробуем для прикола. Видимо, вот в чем дело. Мы нажимаем вот это. А почему вот это-то мы нажали? А, дальше нажали мы реку. Тип воды. Вот это надо нажать. Вот это. То есть он желтеньким справа подсвечивается. Я уж запомнил, блин. Дальше вот. Сука, я опять сбился. Блять, заебду вас всех. Далее, короче. Все, я прошел. Учитесь. Попробуйте загрузить скан заготовку. Должно быть просто. Тупая ты. Я хочу убедиться, что понимаю, как формулируются данные образа до заморочки с настоящим ковчегом. Запустите симуляцию и нажмите на паузу, пока выполняется код. Так я получу срез процесса. Лучше не использовать настоящие данные. Не хочу повторять историю с Брэндоном. Соглашусь. А что тогда? Тестовый? А где паузу нажать? Начать симуляцию. Нажмите на паузу, когда загружена заготовка, иначе я не пойму, работает он или нет. А, она загружена? Еще одно говно. Нет, попробуйте еще раз. Заготовка должна быть загружена. Хорошо. Типа ждем, да? Сколько ждать-то? И что это такое? О. И чё? Я не верю, что мне надо вот так ждать сидеть. И что? Загрузите заготовку и поставьте симуляцию на паузу. Мы запустим диагностику и узнаем, как он работает. Да тупая ты, сука! Я поиграть решил, а не задачи твои решать. Я слишком тупой, чтобы... Я не понимаю, блин. Как же вы меня задолбали все. Как же вы затрахали меня. Что? Вот что мне нужно? Остановить. Жмите на паузу, когда загружена заготовка. Вы что, издеваетесь надо мной? О, боже мой. Сейчас тебе... На, сука, вот тебе за это. Вот что опять? Что это за говно? О, твою мать. Ну что ж, здравствуй, интернет. Как только выставите, нажмите «Далее». Когда у вас появятся сканы, выбирайте тестовый скан и начинайте симуляцию. Тут теперь задумка стоит в том, что вам необходимо нажать кнопку «Остановить симуляцию» в тот момент, когда будет... Загружен... А, я понял, это типа вот... Вот так, что ли? Понятно. Да пошли вы в жопу! Все так точно, так идеально. Сам себя не похвалишь. Что? А, да. Мы все? Можно идти на Омикрон, да, и искать мне новый костюм? Да, пора идти. Возьмем про запас этот ковчег? Нет, он не поможет. Это прототип. Отлично, пойдем налегке. Идемте, не забудьте взять меня с собой. Я тебя выкинуть хочу уже, сука тупая, ладно. Давай. Да, погнали. А, меня разрезают!
Я прошел проверку, типа. Твою мать. Отлично. Какие классные звуки. Стромая. Брэндон, ты где? Все вышло из-под контроля. Кровище. Я в секторе РД-4. Ты отвел всех вниз? Да, пока что мы в безопасности, но тебе надо поторопиться. Они узнают, где мы, и придут за нами. Об этом не парься. Лестница закрытая, лифт я убил. Вытащил соединительный чип. Зачем? Ты ведь теперь тоже застрял? Только так вас можно уберечь. Садитесь в шаттл, отправляйтесь на Микрон. Черт возьми, Иван! Вот не мог ты без героизма, говнюк. Удачи, сэр. И скажите Эле, что я ее люблю. Да, но это обязательно надо сказать. Что я люблю ее. Обязательно условие всех диалогов. Чего-то не хватает. Ну, новая загадка для меня. Вставьте соединительный чип. А, вот на этом месте я понял. Должна быть какая-то в этом разъеме. Это я понял. Блин, нам придется походу бегать. Ну ладно. Ну, я имею в виду от монстра какого-то. Площадка Тета. Почему нет указать, но вы здесь? Это... Так, это что это? Лаборатория? И чё? Как будто мне так лучше видно. Ладно, я в схемах никогда не разбирался особо. Блин. Блин, ну тут что-то много слишком места, я смотрю. Ладно, здесь ничего нет. Уж ты реально прям что-то до хрена всяких коридоров. Просто жесть. О, да. И сейчас все потемнеет, наверное, да, здесь? Нет. Твою мать. Бля, ай, блядь! Сука, что мне теперь с ним делать? Ничего, видимо. А чё мне не сказали, что он здесь уже? Назад никак. Блин, а где от него спрятаться? Видимо, нигде, да? Блять. Твою мать, как же у меня очко трясется-то, сука. Да, блядь! Опять музыка эта. Блядь, да не это нажми. Выключите свет тут. Твою мать! Сука, бежит! Ну блин, убей тогда меня уже, я заново начну. Жесть какая вообще! А, он еще не убил меня. Но мне, видимо, все равно хана. Блин, какая же жесть, а. Но я не хочу в таком состоянии ходить. Чувак, я тебе отдаюсь. А чё он меня никак не сожрет-то? Или чё он там со мной делает? Наконец-то.
Вот эта крепота вообще жуткая. Фу. Нет, невозможно пройти. Ну, я к тому, что тут даже темных мест никаких нету. Чтобы спрятаться. То есть... И я так понимаю, что он где-то здесь. Ну, то есть, изначально. Мне просто показалось, что он откуда-то пришел. Ну, кстати, в целом можно от него побегать. Что-то я так зассал. Надо было побегать реально. Ну, подольше я имею в виду. Там живой человек. Вот где? Твою мать. Ох. Коридоры еще такие длинные. Так, там вроде ничего нет. С тобой эта тварь сделала? Подождите, а может он от этой штуки при... Может, мне не надо ее трогать? Твою мать, реально, походу. Я больше... Я отвернусь, на всякий случай. Боже, я даже не знаю, что сказать. Твою мать. Да, да где он? А вот он. Твою мать. Чё там стал-то? Иди отсюда. Лол, пацаны. Училка здесь. Ушла вроде. Сучка. Твою мать, мне еще найти надо что-то. Так, ну здесь закрыто, да? Ага. Видимо, он на звуки идет. Как и многие другие персонажи. В страшилках. Так, вот тут мы не были. Блин, я вот... Сара, как мы можем быть уверены, что ковчег выдержит? Каждый запуск лотереи, вы это знаете. Хотелось бы показателей получше.
Да что вам до них? Это же просто данные, так? Ну да, просто данные. Ну ничего нового не услышали мы здесь. Так, вот тут можно, наверное, спрятаться. Выживать сильнейший. Нет, сюда не спрятаться. Он что, реально на звуки идет на эти? Когда я взаимодействую с этой штукой. Мне просто показалось, что он по вентиляции лазит. Если он сейчас вывалится, я обосрусь просто реально. Шурупами, судя по тому, что я водолаз все равно. Я просто на кордах уже. Приседаю. Там тоже, да? Тупик. Господи. Ну, в общем, надо, если что, сюда, наверное, прятаться. Скорее всего. Так, вот тут еще какая-то дверь. Шуми. Напряженное говно. Так, мне нужно найти карточку некую. Это не чип? Или чип мне надо найти? Чип-чип-чип-чип и Дейл. Кстати, а может быть реально его назвали чипом, потому что он чип? Ну, электронный этот. Еще ж тут найти-то надо. Самосменяющиеся слайды. Может быть, на них есть какая-нибудь полезная информация? Так, блин. Неохота закрывать двери, хотя... Потому что я боюсь, открою, а там эта штука. Главное ничего не разбить, а то... Че там вентиляция-то трясется?
Сука, где он, я не понимаю. Что, у меня что с наушниками? Уж кажется, что где-то слева. В той закрытой комнате. Охрана, да, охране надо сообщить. Не вставлен чип. А, закрыто. Вот тут, наверное, сюда нам надо. О, я могу закрывать. О! Это круто. А вот что-то мы открыли. А наши? А какая наша-то, я чуть не пойму. Чипы. Сука, ссусь вообще. Так, подожди. А где? А, вот, это наша. Да, я вижу, вот там вот эта кнопка, куда пальчик сейчас показывает, она желтым горит. И, скорее всего, мы от этой херни можем закрыться. Так, ну это хорошо, когда у тебя власть в руке. Вот, надеюсь, он не будет перемещаться там. Я тебя слышу, Брэндон. Что у тебя? Такие следователи чекали, срываются на каждый шаг, мимо них не пройти. Значит, будем драться. Нам надо пробраться к шаттлу. И хочешь кошенка, Адамс? Нет. Слушай, я отвлеку их, выману на себя. А вы видите людей к шаттлу. Стой, Брэндон, что ты делаешь? Не бойся, я вернусь, как только вы уйдете в безопасное место. Загружайте шаттл, готовьтесь к отправке. Ты точно уверен? Я сегодня вряд не планирую, сэр. Вы видите шаттли. Бесполезная информация. То есть просто диалог. О, смотрите, вот что я понял. Блок проектных разработок. Главный лифт. А, вот, смотрите, администрация, наверное. Нам надо там найти чип для главного лифта. Поэтому мы делаем вот так, видимо. Скорее всего, да. А это что такое? Зона досмотра. Тоже я ее закрыл сейчас. А, ну тут пробита стена, да? Или нет? Хер знает. А вот это что-то... Там два, вторая дверь какая-то еще была. Подожди-ка. Фу, я сюда иду-то. Что-то вот тут какое-то помещение должно быть. Вот это, наверное. Да, скорее всего. О, это же этот чувак, наверное, нет? А вот и... Господи, я думал, извини, рука... Извини, что так вышло, Брэндон. Прости, что не дали тебе покоиться с миром. Критический сбой. Твою мать, я так и знал, что эта херобора сюда придет. А может мне убежать от нее просто?
Не, просто мне показалось, что вот так вот. Типа я притворюсь камнем, и она... Она сейчас слева, по-моему. Жрет кого-то. Поперхнулась. А я рядом с ней за стеклом. В теории я могу рвануть сейчас. Но я не знаю, как долго мы будем лифт настраивать. Вдруг там долго, она быстро бегает, пипец как. В прошлой серии она нас забомбила вообще только так. Так, куда она ушла, интересно? Сохранение было. А, ну правильно, типа если она сейчас грохнет, чтобы мы это... Слушайте, может спидран устроить, реально? Твою мать. Надо было реально бежать, походу. Чувак, здесь только мертвецы, здесь никого нет. Фу, вот это же скач. Сука, ща обернусь. Да. Куда она? Ладно, давайте сходим в кабинет этого чувака, может быть там... Ну, по сути, нас так сложнее заметить. Давайте закроемся. Мы в самом ярком месте. Я же закрылся? Чувак, забейся в угол, просто туда вжмись нахер, слейся с ним воедино. Книжечку давайте почитаем пока что. Говорят, в глаза не надо смотреть этим тварям. Че он тут ходит, а? О! О, это отлично. А может быть и нет. Это нельзя выключить? Свет. Хорошо. Система неисправна. Автоматическое срабатывание замков. Оставшиеся ресурсы. 71%. А может быть... Все открыть надо? Что делать-то с лифтом в итоге? Фух. Где у нас еще есть компы? Что-то он сказал форматировать данные. Блин, новая загвоздка.
А может мне шевелиться, может быть мне не париться насчет... Он мне типа не достанет, наверное. Дверь не сможет открыть. Свалил, что ли? Что-то тут мигало. Имя. А, может быть вот сюда что-то еще вставить. Хер его знает. Так. Форматировать данные. А. Что-то должно быть закрыто обязательно, да? Я спрятался, типа. Кстати, я сам ничего не вижу. Твою мать, он там стоит, прямо у входа. О, пипец. Ну, пойдемте в ту левую дверь, зайдем. Откуда... Куда я засал заходить? Так, он утопал вроде бы. Ну далеко ли он ушел? А это что за помещение? Ну все, мне хана, твою мать. Это какое-то соседнее... соседнее помещение, что ли? Нет, это все те же места, да. Я здесь везде был. Только теперь тут темно. Фу. Нахрен мне фонарик, да, чуваки? Я отвернулся. А фонарик можно включить? А то мне вообще ничего не видно. Блин, я и так-то туплю, а тут еще и... Сука, где он? Чем там в подвале не сиделось? Обновите чип. Слушайте, а может его вставить надо туда?
комп в тот. Твою мать, я хотел войти в эту дверь, но передумал что-то резко. Твою мать, тут тупик, сука. Так, мы тут были. Закройся нахер. Во, точно. Подожди, вытащи его. Можешь вытащить? Твою мать, сука. Закрыться надо пока что. О, управление кодами. Код доступа 023-027. Что это значит, интересно? Надо это запоминать. 023-027. Так, ну охрана у нас здесь уже, блин, ходит по залу. Так, от... На всякий случай сюда спрячемся. Или это не нужно? Все, сохранение. Твою мать. А чё сердце-то бьется? Неужто ему не понравилось, что мы за его, видимо, сисадминский комп сели? Чувак, надеюсь... Ты не будешь ломать стекло там? А вон он ходит. Сейчас потише должно быть. Мне кажется, мы должны все-таки как-то на адреналинчике убежать от него. Так, типа разработчиками задумано. Не замечай меня, пожалуйста. Я уж почти ушел отсюда. О, чуваки, это пипец что-то. Ну, хотя бы... Надеюсь, я все правильно сделал. То есть, хотя бы не супер сложная задача. Представьте, если бы надо было вот в том помещении, в первом, где на компе, что-то делать. Если бы там пришлось бы думать. Это вообще бред. Так, он, видимо, здесь. Классно, да, пялиться так в стену, в темноте. Замечательное занятие. Сейчас я оборачиваюсь, а он сыт на меня. Тут все разбросано. И я все задеваю. Я труп, да? Ха-ха-ха.
Так, я, видимо... Я думал, он... Можно было, конечно, убежать, но... Видимо, не получилось. Да что он тут ходит-то, а? Вокруг лифта решил кружки понаворачивать, сука. Интересно, он за стеной или прям здесь? Беспалево сидим тут. Чувак, уйди отсюда. Все равно не работает. Чего-то не хватает. Сука, что тебе опять не хватает? Бред какой-то. Так, а что может не хватать? Что может не хватать? Может не хватать, чуваки. Сука. Может опять в ту комнату. В ту комнату вернуться. Я его закрыл, да, там? Так нечестно то, что он выбрался. Я хитростью взял, а он, гад, читерством. Я его запер. Совсем рядом, походу. У нас нашел, да? Что происходит, чуваки? Он не может нас со спины убить или что? Нас так кошмарит-то? Ребят, вы что-нибудь понимаете? Твою мать, реально, походу, он спереди не мог нас убить. Вот жесть. Фу, ребят, ну надо отдохнуть, реально. О, ну что ж, чуваки, я... Короче, это... глянул в инете снова... В общем, все правильно я сделал, там просто надо было это... до конца нажать эти штучки. Какие-то. Ну, типа, рычаги, чтобы чип заделать. Как он меня увидел здесь, я не понимаю. А я почему-то начал, а у меня чип достается. Я подумал, что рычаги не нужны. Ну ладно, похер, если он убьет нас, то плевать. Как бы с новым здоровьем начнем. В общем,
Прощайте, мои нервы. Серьезно, я почему-то начал доставать и чип. В общем, в жопу. Куда мы едем-то хоть? На техплощадку. Ну и ладно. Я почему-то... Да. Да ну, еще один уровень ада, что ли, такого? Только не это. Кстати, а что с нашим здоровьем? Нас так... Или у нам уже лучше? Чувак. А, вот все. Оп. Все нормально, наверное, да? Ну да. Конечно. Что же еще? Любая лестница обычно рушится всегда так. Тоже идешь так домой по подъезду. Херакс и все. Эх, Кэтрин, видела бы ты, что тут происходит? Это просто жесть. Блин, а нас все так же кроет. И что теперь, до первой смерти, что ли? У меня двоится в глазах. 3D-картинка, короче. Что делать-то? Вот жесть. Надо было, чтобы он нас убил все-таки. А это пипец, короче. Невыносимо так ходить. Трехмер... 3D-очки нужны. Блять! Ёбаный. Я чё, сдох? И сейчас всё заново игру надо начинать. Не шевелись. Всё хорошо. Пипец. Что? Всё позади. Расслабься. С добрым утром, дорогой. Что ты тут делаешь? Мы с тобой вместе, как и все пары. Но мы же не... Я и нужна? Нужна. Конечно, но... Что случилось? Мы влюбились. К сожалению, все это показалось. Как меня, как мне плохо-то. Жестко.